Сергей, поздравляем тебя с подписанием тренерского контракта с «Крыльями Советов» и первого для тебя в новом качестве. Вот каковы твои эмоции после первой тренировки? Ну, эмоции самые положительные. Наконец-таки я вернулся в расположение команды и приступил уже к своим прямым обязанностям. Поэтому рад оказаться на базе, на футбольном поле и, в принципе, участвовать уже в тренировочном процессе на 100%. Психологически одна из главных проблем новоиспеченных тренеров – это убить себе игрока. Вот ты уже справился с этим аспектом? Ну, я думаю, как только появилась новость в интернете, что я завершил карьеру, то я и в себе эту информацию тоже как бы воспринял на 100%. Наверное, все надо делать вовремя, и я посчитал, что настал тот момент, когда действительно уже стоит сосредоточиться на тренерской деятельности. Медрак Божевич говорил, что ты будешь персонально работать, в том числе с группой атаки «Крыльев». Наверняка будешь тоже показывать какие-то моменты игрокам на поле. Вот, следственный вопрос, сколько времени тебе потребуется для полного восстановления? Потому что, насколько знаем, ты еще пока не до конца восстановился. Ну да, на самом деле операция была очень серьезная. И мне еще примерно месяц, полтора максимум, до того, как я смогу на 100% уже участвовать в тренировочном процессе, если это будет, конечно, необходимо. А с главным тренером мы обсудили мои обязанности. И, да, будет несколько в день таких тренировок, где именно я буду работать с нашими нападающими. В атаке «Крыльев» сейчас блещет Александр Соболев. Вот каковы, на твой взгляд, главные достоинства этого нападающего и причины его вот такого яркого взлета сейчас? Ну, я думаю, причин тут каких-то новых нет. Он и достаточно неплохо играл и в Томске, и в ФНЛ, и просто был неудачный период здесь, и это связано только с возрастом и, наверное, с нестабильностью. А сейчас он здорово начал сезон, забил в первой игре важные мячи, почувствовал уверенность, доверие партнеров, тренеров, руководства, и поэтому, я думаю, просто дело... Для молодого футболиста самое важное, конечно, это психология, и просто он сейчас чувствует себя уверенно, наверное, где-то более расслабленно на поле, и поэтому у него многое получается. Сергей, команда сейчас испытывает трудности, 4 поражения подряд. Вот каковы твои мысли на этот счет и ожидания вот от следующих игр? Ну, видел практически все игры и все время был на связи и с командой, и с тренерским штабом. Поэтому считаю, что сейчас мы обязаны все поддержать нашу команду. И все впереди. Еще, в принципе, 25 игр. И все в наших руках. При таких результатах не самых веселых показывали достаточно неплохой футбол. Поэтому я верю, что все наладится и все исправится. И в Екатеринбурге, надеюсь, мы приедем с хорошим настроением.